Машуля, расскажи, что у тебя сегодня? И сегодня детки пришли тебя поздравить? Да. Класс! А какая у тебя будет программа? День пони! День пони! Ура! Машеньке нашей 5 лет! Маша, покажи свой торт! Бегом, бегом, бегом! Покажи скорее! Вот он, пони! А все, Пинки, боюсь, там пользнак, у нее шарики. Шарики? А покружись, покажи свое платьечко. Класс, Маша, ты такая красивая, ты принцесса. Думала, что тебе подарить, Машуля. А потом я поняла, что каждая девчонка в мире мечтает об одном. Каждая девочка хочет стать настоящей. Крокозябликом. Что, не крокозябликом? Нет. Маша, кем ты мечтаешь стать? Принцессой. Вот. Принцесса. Ну, а в конечном итоге настоящей королевой. Да? И знаешь что, Маша? Мы подумали, что мы можем подарить тебе, как волшебные маленькие пони, можем подарить тебе волшебную маленькую корону. И ты знаешь, как только она окажется у тебя на голове, так сразу же ты станешь королевой нашей волшебной страны Эквестрии. Маша, ты только не ругайся. Маша, ты только не ругайся. Маша, ругайся. Маша, не ругайся. Маша, ну, не ругайся. Маша, ругайся. Маша, даже там моргнула. Маша, понимаешь, мы пролетали над радужной страной, так летели, летели, и потом там так красивенько, такие там облачка радужные, мы так, я так зазевался, и так раз, эту красивую корону в коробочке. Раз, ты что, потерял корону? Чего сразу потерял? Всё, просто прошляпил. Ой, кто это за водой? Маша у нас королева. Ура, друзья! Ура! Поздравляем! 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 Ура! Маша летит! Маша, ты настоящая королева! Ты принцесса! Королева Мария! Королева Мария! А королева! Твоих друзей в серединку. Можно? Ну-ка, выходи. Роберт, пойдем в серединку. Молодец! Молодец! Дениска, давай! Ой-ой-ой, что это? Супер! Есть, я так! Мама! Я? Подняли, наклонили и давай. Класс! Вот это пузырь у Маши! Маша у вас настоящая волшебница! Класс!
рождения! С днем рождения! День рождения подходит к концу. Детям очень понравилось. Тимофей сидит, разрисовывается. Кем же он будет? Давайте подойдем посмотрим. Вау, Тима, что за страшилка? Это какой-то зомби? Зомби-дракон! Это кто? Динозавр? Ну да. Ничего себе! Смотри, Маша, такая бабушка тебе прилетела на день рождения. Вау, Маша, какая у тебя классная бабочка! С днем рождения! Так, Роберт, давай тебе надуем такую салатку. Класс! У тебя такая классная бабочка! Мотылек! Тимофей, ну а у тебя кто? Собака-кусака? Ничего себе! Класс! Гафни! И сейчас напоследок эквилибристический какой-нибудь такой трюк от молнии! Опачки! Раз, два, три! Маша, ты супер! Скажи, тебе понравилось день рождения? Да. Как? Конечно. Кто тебе само больше понравился? Рамбудеш. Рамбудеш? Да. Рамбудеш и молния. И молния, да? Еще такое день рождения? Да. Ну тогда до следующего года. Да.